Чешерский кот. Our name? The Great Empire of Cheshire. Великая империя Чешера. Our motto. We are old men and you can't help that. Мы все сумасшедшие и вы
не, чем нам не... Не поможете. Не поможете. Да. Не хватает дирекции. Надо английские слова только принимаются к оплате. English words only. Пословица. Еще два. Red, yellow. Молодец. The school of witchcraft and wizardry has always been a place where there was lots of magic and children studied. They worked hard and tried to achieve perfection. В школе чародейства и волшебства всегда было много магии, и дети изучали заклинания. Они упорно трудились и старались достичь совершенства. But there was an evil wizard, Voldemort, who always wanted to conquer Hogwarts. And once he got a chance, he entered the school. Но существовал злой волшебник Волан-де-Морт, который всегда хотел завоевать Хогвартс. И однажды ему представилась такая возможность. Он напал на школу. Everyone was very scared. Все были очень напуганы. Hogwarts pupils fought like heroes, but Voldemort was stronger. Hogwarts was broken. Ученики Хогвартса сражались как герои, но Волан-де-Морт оказался сильнее. Хогвартс был сломлен. One day, an owl delivers a letter in Hogwarts. Master magician Alec from Nerechta invited the children to his magical land, so that they could learn magic. И однажды сова принесла в Хогвартс письмо. Главный волшебник Нерехты Олег пригласил детей в свою волшебную страну, чтобы они могли научиться волшебству. In Nerechta all wizards are very wise and can give children better knowledge about magic. В Нерехте все волшебники очень мудры и смогут дать детям больше знаний о волшебстве. Of course, the children agreed, and now they're here in the camp to learn magic and defeat Voldemort. Конечно, дети согласились, и сейчас они здесь, в лагере, чтобы научиться волшебству и победить Волан-де-Морта. Не хватает слов. Нет. По-моему, нужное количество слов было в их названии, если я не ошибаюсь. И в девизе. Okay. Your name? Owls. Your motto? We are always in the dark. We are magical and we always see our mark. Okay. Записываю в реестр. Once upon a time, in a land far, far away, there were two kingdoms of chess, one white and one black. Однажды, далеко-далеко, было два шахматных королевства, одно белое и одно черное. Each kingdom claimed to be the best at chess. Каждое королевство утверждало, что они лучшие в шахматах. They had each defeated every other kingdom known to man, except each other.
Каждая из них победила все известные миру королевства, за исключением друг друга. To find out who was the best chess kingdom, they had a duel. Чтобы выяснить, кто из них лучше, они устроили дуэль. We
И так как они всегда были готовы помочь, от них всегда исходил голубой свет. И поэтому они назывались голубыми звездами. Посмотрим, кто это сперва. Three, four. You.